Самаре стало меньше несовершеннолетних нарушителей. Об этом сообщили члены комиссии по профилактике правонарушений городского округа, подводя итоги работы за год. Динамика наблюдает снижение преступлений, совершенных в общественных местах на 6,5%, на 3,5% уличных преступлений. И снизилось количество подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, с 767 до, пусть не очень много, но до 710. Даже такая небольшая статистическая сподвижка не далась просто так. За год с детьми провели более 6500 лекций, где простым языком объясняли, как не вовлечься в преступность. А 1500 мероприятий посвящены непосредственно правовому детскому информированию. Более 2000 трудных подростков, состоящих на учете, прошли социальную адаптацию. 48 помогли трудоустроиться. На информационных экранах муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципального транспорта размещалась социальная реклама, направленная на информирование населения в общероссийском детском телефоне доверия. Социальные ролики направлены на повышение безопасности детей. Но расслабляться ведомством не приходится. Отмечается рост преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, сотовой связи. Здесь необходимо доводить до наших граждан информацию о такого рода преступлениях. Не забыли и про традиционные аспекты безопасности – оснащение камерами дворов и подъездов. Так, 206 камер видеонаблюдения появились в 27 дворах Самары за минувший год. Все в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный двор». И работа в этом направлении будет продолжаться. Ольга Хамракулова, Максим Гусев. События.